Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как обрезать видео в программе под названием MP3 Direct Cut. Для начала ее запустим. Вот видите, тут все на английском, но я вам покажу только, как это все обрезать. Для начала вот включим любую музыку. Например, я вот хочу обрезать вот эту. Сейчас пойдите. Делаем вот так вот. Это можно закрыть. Окей. Вот у тебя у вас проверяется. Сейчас погодите. Так. Вот. И вот теперь нужно просто вот. Я вот промотаю вот какой момент нужен. Я за кнопку потом что делаю. Ну, допустим, вот хочу отсюда. Вот теперь мотайте на самый вперед или назад, куда вы там, как вам нужно. Вот. Отматывайте все назад, вот в моем случае. Нажимайте кнопочку удалить на клавиатуре. Он находится справа клавиатуры. Также где и page down, ham, insert. Backup, ну все эти, ну вот, например, вот и там вот, не знаю, дальше проматывайте вот так вот тоже, вот, нет, сейчас. Ну вот. Теперь возвращаем, вот, вот и получился отрывочек. Получается минута 27. At a shooting star. A couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Теперь просто нажимайте вот на эту кнопочку Save Complete Audio и сохраняйте куда хотите. Вот в моем случае это вот пусть на рабочий стол. Это удалю. Вот и вот так вот нажимайте сохранить рабочий стол, все. MP3 вот все. Вот он, вот она появилась. Вот запускаем ее. Вот. Ну, жалко, что программка английская. Всем удачи, всем пока. Ссылочка будет в описании.